это, видимо, велопоходники. Остановимся, поздороваемся. Колеса где-то до 0,8, одно колесо под зажато тайром медленно очень спускает. Нет смысла всю группу держать, ребята, вперед поехали. Ну, сейчас подтраемся, одно колесо, и догоним ребят. Здесь добывали коксующиеся угли, и в советское время было на грани рентабельности. Когда пришли 90-е, рентабельность вообще стала никакой. Такое городишко. Который стал на сегодняшний день обычным полигоном.
подбросим. На такой реке вполне можно лагерем вставать, рыбачить. Приехали. Ну, вот на этой стояночке с камнем разобраться в защите тормозов. Замучил уже скрипеть. Ну, 5 минут. Лагерь растет на глазах. Шатер стоит. Сейчас стол ставим. Плиточку. Готовим ужин. Кто-то стираться, кто купаться. Может, порыбачить сегодня попробуем. Река Воркута. Класс. Вот сюда. Пережарку гороховую супчику. Копченые курицы, ребра. Лук, морковь, специи. Проварили горох, косточки, курицы копченой и ребрышек копченые. Сейчас сюда засыпаем пережарку. У нас тут лук, морковка, все до золотистой корочки и сразу специи. Хмели-сунели, немножко куркумы добавили и перец, смесь перцев посолили сразу. Вот, то есть блюдо быстрое, простое как бы и довольно-таки питательное. Какой у нас сегодня день? 17-й день? Сегодня 27-е, 15-16-е. 16-й день экспедиции. У нас еще половина морозилки. Вот сейчас порезал, чтобы быстрее оттаяла свинина. Вот. И сделаем на вечер на ужин шашлычок. Ребята, может быть, картошечки начистят. Будет пирожка с шашлыком. Так что все нормально. Питаемся.
подъезжаем к Воркуте. Это у нас поселок Северный. Сейчас у нас небольшая встреча. И домой мы свернем. Ребята должны подъехать. Заправка. Сейчас, я думаю, тонны полторы-то высосем. Без топлива. Прямо хорошо заправились. Сейчас по закупкам поедем. На хлебзавод заедем за хлебушком. И в 13.00 будем у Стеллы. 67-я параллель. Вот. Может быть, возможно, кто-то по времени сориентируется, сможет подъехать из местных ребят, повидаться. Не могли мы там за 2-3 дня, например, сообщить, что мы будем в это время у Стеллы. Поэтому, по факту, у нас короткий график по Воркуте. Надо сегодня до Усы доехать, перебродиться. Немножко встречаемся, общаемся. Подъехали к Дворцу культуры. Скульптуры там симпатично на мира. А как дарить приятно, вы даже не представляете. Спасибо большое. Маркерчей. Ух, нифига себе, вот это да, вот это. Давай мы подписывайте все, причем. Пиши Алене с любовью. От Кэп Маркер. Прям с любовью? Писать? Конечно, я вам с любовью. Писать с любовью или слово писать? Искренне с любовью. Вот Стелла. 67-я параллель. Техника нормальная. Два Сергея. Все, выезжаем из Воркуты. Навстречались, наобщались, купили овощи, хлеб. Ребята нам посоветовали чебуречную в Воркуте. Сейчас заехали, действительно недорого и вкусные чебуреки. Вот, перекусили и выдвигаемся в сторону реки Уса. Пойдем на верхний брод, ребята говорят, там поменьше воды, больше шансов у нас переправиться. Потому что шли дожди, и только-только-только вот уровень начинает спадать.
Вот такое красивое место. Река Большая Уса. Шумит плотина. Здесь глубоко, а здесь вот сильное течение, но, видимо, не очень глубоко. Надо переодеваться, щупать. Ребята там даже с лодкой щупают глубину. Высокий уровень. Вот где сейчас решат. Идет, это летний уровень я воды. Воды на метр плюс. Ну, посмотрим. Течение добавляет сложностей. Фух. Вот оттуда. У Андрея сегодня день рождения. Порезали баранинку. Сейчас размораживается, будем плов готовить. Ребята на тройколе готовятся, бродятся. Так что, предложите им за патруля зацепиться. Они не могут переплыть на лодке, даже трос перевести не могут. Лодку сносит. Переплыть не хватает. У ребят на триколе не хватает длины веревки, чтобы лодкой перетащить там на берег. Взяли свой трос 200 метров. Вот, и 200-метровый тросом лодкой отсюда к ним затащим. Вот, если у ребят все получится, тогда заякримся. Может быть, за наш автомобиль, чтобы они смогли спокойно по течению сплавиться, припарковаться к берегу.
Около метра выше уровень летнего. Так что и у нас тоже будут послезавтра тоже будут сложности с бродом. Вот, нашу веревку удалось ребятам переправить. Сейчас идет подготовительный процесс. И одним или двумя патрулями под якорем, чтобы они смогли просто сплавиться по течению, примкнуть к берегу и самостоятельно выбраться. Прекрасное место, хорошая погода. Вот, сделаем здесь дневку, ну, в том числе, что у Андрея день рождения. Отдохнем, постираемся, покупаемся, помоемся. Может, за это время, видишь, каких полметра уровень спадет. Газу не надо! Газу не надо! Просто. Вот это да. Такого может вытащить. Из коробки он не достается, из коробки он только разрезается. Причем елки настоящие. Маленькие, видишь, воркутинские. Этот шедевр сделала для нас Татьяна из Воркуты. Машина на холостых работает. Это рули тоже настоящие. Татьяна из Воркуты очень долго ждала меня, а сегодня почему-то за тортом пришел другой Женя. Женя без бороды. И она долго не могла понять, тот это или не отдавать. Но каждый же из них знал, когда у тебя день рождения и где ты в этот день будешь. Mm-hmm. Поэтому они записали поздравление на видео. Видеообращение. Видеообращение, видеопоздравление. И они все здесь. Круто. И я тебе сейчас их буду постепенно показывать. Я думаю, что мы будем присоединяться. Некоторые из них, которые я знаю, я буду комментировать. Вот, это крыша нашего отеля, потолок. Ну это не Воркуте. То же самое. Не гаси. Ой, Серега. Желаю тебе здоровья, я не мог не выпить за него. Присоединяюсь вот к тосту, который вы сейчас там будете говорить. За тебя, Андрей, рад, что быть с тобой знаком, рад с тобой ездить в поездки. Вот, надеюсь, это будет чаще происходить. Вот, спасибо за твой позитив, за твой настрой к путешествиям, к поездкам. Вот, люблю тебя. Чтобы впереди были тысячи километров дорог, направлений, болот и гор, увлекательнейшие приключения, незабываемая рыбалка, вечера у костра.
Это просто произведение искусства. Большое спасибо. Я не вернусь, как говорил когда-то и туман, хватал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Терять бы в серебре ее одну, заветную. Чужой зимы, с которой я...